Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась 1 сентября в Тверском государственном университете. Поздравить первокурсников и преподавателей пришли представители власти и общественности. О том, как это было, узнаете из следующего материала нашего выпуска. Начало учебного года, как и календарного, знаменует для первокурсников Тверского государственного университета новые мечты, планы, надежды и устремления. Ведь эти молодые люди сделали выбор в пользу одного из лучших вузов региона. 2000 первокурсников – это наше будущее, будущее нашего края, нашей страны. Сегодня начали учебный год. Университет приложит все усилия, чтобы учеба была не просто комфортной, интересной, но еще и эффективной. Поздравить первокурсников и сказать добрые слова всем студентам пришли почетные гости, для которых Тверской государственный университет – личная гордость и основа развития всего региона. Вы поступили в университет с богатейшими традициями. В университет, которому более 150 лет. В университет, который гордится научными школами, достижениями. Вы пришли в вуз очень достойный. На этом особое внимание заострил губернатор Тверской области Игорь Рудени, который прислал приветственный адрес. Убежден, что Тверской государственный университет и впредь будет укреплять передовые позиции, а его студенты и выпускники своим трудом и активной общественной деятельностью поддерживают высокий престиж учебного заведения. Самым главным документом любого, кто учится в Тверском госуниверситете, является студенческий билет. Именно его и вручили первокурснице Ксении Семеновой. Для меня было огромной честью поднимать флаг во время торжественного мероприятия для первокурсников. Спасибо большое всему государственному университету. Надеюсь, таким же позитивным настроением я продолжу обучение здесь. О новых знаниях, настоящих друзьях мечтают все эти ребята, для которых открылась интересная и очень важная страница в жизни. Я очень сильно надеюсь найти себе новых, настоящих друзей, наконец-то творчески развиться. Я очень надеюсь попасть в студенческий актив. Для меня 1 сентября – это открытие новых возможностей, новых этапов, новый этап в жизни. Очень рад, что поступил именно в Тверской государственный университет. И такое настроение молодые люди готовы принести в течение всего учебного года, умножая традиции, заложенные предшественниками, и приумножая их во славу своего вуза.